предсказано. Кто? Кто ты такой? Что тебе от меня нужно? Я суть твой, ты суть мой. Ведомо тебе то, что мне нужно, суть ты. Нет, 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 этого не может быть. Я, должно быть, снова сплю. Боже, дай мне сил проснуться! Когда я сказал им, что делаю в древнем склепе, они мне не поверили. Они сказали, что здесь нет ни того места, куда я спускался по веревке, ни могилы человека по имени Лорейт. Но я же все это видел. Это ведь значит, что я безумец. Теперь я могу видеть через тьму внутри меня. День за днем она все больше окутывает меня, и я словно тону в черном вязком болоте. Я не могу точно сказать, что произошло. Единственное, чего я боюсь, — потерять себя нынешнего. Со временем, быть может, я растворюсь в темной бездне безумия, что так милостиво ко мне сейчас. Или, быть может, продолжу барахтаться и корчиться в суровой реальности до самой смерти. Я принял решение. Я останусь здесь, пока не закончится затмение. Я должен это сделать, даже если все это было лишь в моем бреду. О боже, даруй мне безумие, если это не так! Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает.